Вот, один спрятался. Да он сам просто решил нарушить. Или остановить их, но подальше. Ой, вот так вот даже направо, ну красава. Троим. А он еще. Двухсторонняя встречка! Канал Движение представляет. Что ж такое-то? Да, тут поток такой пошел там. Водопроводный кран, что ли, открыли? Смотри. Петрильник. Тише ты. Матери. Где матерился-то, а? На слове петриль. Вообще-то поток стоит. А? А что, к вечеру ближе или как, да? Два знака поставили, там два. Да. Да. Причем? Там, смотрите, сначала большой, старого формата знак, что конец одностороннего движения через 70 метров. Потом через 70 метров такой же знак стоит, что все, закончилось. Вот. Тут не хватает знаков разметки, но вот там все равно надо внимательнее быть. Мы как бы пытаемся помочь, но вот не всем получается. Ну-ка еще раз изобрази. Не-не, просто не внимательно. Ходи. А за поворотом там пасутся сотрудники ГИБДД, друзья. Он двоих тормозит. Двоих разве? Логан и... Ну что, передливо отчасти. Это встречка! Григорий, ну давайте, расскажите, что здесь происходит и как это исправить. Так, что здесь происходит? Соответственно, вот у нас улица Обручева, вот у нас научный проезд. Он всегда был всю жизнь односторонний. Вот, грубо говоря, оттуда ехали водители сюда. А вот сейчас, смотри, едет, хочет сюда, но видит на встрече, но и все равно не реагирует, видимо. Давай, доставай плакат. И навстречу ему машина едет, и машет ему, и показывает. Но питерцы, они такие, не быстрые, видимо. Встречка! Встречка у тебя, встречка! ВКС, пожалуйста. Поплевал он на встречку. Он как сам настоящий бедрило пробку обошел, всех обогнал еще по встречке. Это Питер, детка. Что, я могу продолжить? Продолжайте, да. Ну, вот, соответственно, с 15 июля... сделали эту дорогу двухсторонней, но определенный кусочек, вот 200 метров до знаков 3.1. Соответственно, с той стороны висят два знака, конец одностороннего движения. Первый знак с табличкой, что через 70 метров будет заканчиваться зона одностороннего движения. Вторая, что уже зона эта закончилась. Вот, но люди едут по привычке. Я не знаю, как можно два больших старого формата знака пропустить, но мы же за безопасность движения. Предложение. В первую очередь здесь повесить пару растяжек, знаки движения по полосам. Пару растяжек и тех, кто по встречке, взрывать. Да. Нет, ну нет, вот. Мы не за это. Ну, растяжки дорожные, за знаками. Может, пару ДПСников поставить и повесить. Знаки, на растяжках. Знаки нужны, что две полосы туда, одна в обратку. Причем надо прям непосредственно перед перекрестком и хотя бы метров за там, 70. Причем тоже отдельно, каждая полоса должна быть на отдельном старого формата еще. Знаки. Еще разметочку, стрелочки нарисовали. Прямо на асфальте. Прямо на асфальте. На лбу можно еще нарушить. А вот, может, что, видишь там? Вот. Зеленый, твой выход. Хорошо. Давай, Ринг Герл, пошла. Уходи, уходи, уходи. Сейчас, ты, все, подтолкнет. Ты не пройдешь, да. Продолжайте. Скажи мне, как он хотел из левого ряда назад? Не знаю. Попасть? Выходи, зеленый. Давай. Уходи. Уходи. Еще один.
я хочу, я ору. Стране влево, тут пару будет. Продолжайте, Григорий, не отвлекайтесь. Да. Ну, там за год гулять, на второй день. За месяц почти. Вы так каждый день едете? Ну а что продолжать? Стрелки нарисовать прямо на асфальте. Вот здесь хотя бы штуки 4. Ну, то есть когда ты едешь, и у тебя под ногами стрелка навстречу, как бы, ну, как минимум, мозг должен включиться, да, как, да. У кого он есть. Это будет вызывать. А потом ты начнешь очухиваться, посмотришь, еще увидишь знаки. Вот. Ну, можно в целях эксперимента над данной полосой кирпич повесить в конце концов. Или два. Или даже два, как у меня, да? Все, да. Что угодно. Но не хватает здесь мер для обеспечения безопасного движения людям, к сожалению. Такой вот у нас народ. Надо больше. Бетонные блоки, знаки, разметку. Все надо делать. Ежи противотанковые. Ежи противотанковые. Сотрудники ДПС, регулировщик, который мы там первый... Григорий, в конце концов, уже, ну... В конце концов, Григорий. Как долго вы ездите по встречке? Мусора. Да. Они там и стоят. Уже. Они за углом просто стоят. Я отдала 5000. Девушка, прячьте. Отдали в смысле. Вас пропускают просто мужчин. Прячусь. Спасибо. Не-не-не, никто не едет. Блин, ребят, спасибо. Да ну не. Они мне, главное, не сказали ничего. Они, знаете, сказали за что-то? За то, что я заехала на двойную сплошную. Правильно, потому что на следующий раз-то можно еще, как бы. Да, я бы и поехала. Блин, я вас обожаю. Да, подписывайтесь на канал, да, ставьте лайки. А мы продолжаем. Стальные джунгли и движения. Стальные джунгли. Супер, спасибо вам огромное. Ну что... Ну да, мы могли бы нарисовать там стрелочки. Нет, смотрите, ну, даже отсюда выезд. Там есть. Не стоит. Ну, здесь нет, а вот там дальше есть два знака. Я вчера мылась на мойке, я отсюда выезжаю, должен стоять кирпич. Согласен. Кирпича нет. Да. Сейчас, а я еще вчера проехала, думаю, странно, но мы вчера 6 машин повернули. 6. Вот бизнес мы, видите, как обламываем. Блин, ну я заплатила уже. Ну, могли бы еще. Ну, согласна. Так, если что, там карточки прикреплены в описании карточки. Я так люблю вот это вот. Вы сначала, он мне говорит, разметку сделайте, знаки поставьте. Да, я грушу. А что, там мне что написано, что ли, не знаю, ГИБДД. Встречка у вас. Встречка. Ну, он понял уже. Встречная полоса. А куда эти у вас нет? Вон место. И пофигу, да? Подскочили. Да. Куда? Еще один. Зеленый отряд. Встречка, встречка, встречка. Никто не верит, что здесь встреча. Не верят, да. Маши, ори, кричи, встречка, встречка, слеп, пожара, встречка.
Это встречка! Встречка! Хороший у тебя голос. Ну а как им еще? Звонкий. А? Ну какая есть? Это не к нам. Мы? Не, это не мы. Это вы проконтролируете, а мы предупреждаем. Если есть желание... В смысле, мы допускаем. Это же не мы нарушаем, правда? Мы предупреждаем, потому что за углом стоят ГИБДД. Потом принимает вас. Вот мы предупреждаем заранее, пока не попались в лапы. Тебе сказали, что ты что-то не так делаешь? Да мы вообще все не так делаем. Все для хайпа. Все для хайпа. Естественно, для хайпа. Ну как, зеленый херово махает. В смысле, я махаю в лоб прям. Ну вот ты вот, а надо прям вот прям. Я вот так вот. У тебя 8 сантиметров амплитуды не хватает, чтобы оно было нормально. Стоп, 8 сантиметров не ютубе не хватает? Амплитуды. КМР. КМР, да. Надо же. О. Давай, беги, навстречу беги, ему. Беги, давай, выбегай. Как на ринге. Давай. Маши, уходи, уходи. Верещагин, уходи с баркаса. На здоровье. Слушай, мне уже спасибо не надо. Нахер не послали, я уже счастлив. Прям вот рядом. Так лучше же мы-то. Нет. Встречка! Двухстороннее движение. Давно? Месяц. А я как раз в отпуске был. Вот. Вот плохие отпуски, бардак начался. Не положено вам в отпуск ходить. А что они там не повесили, знаешь? Повесили. Повесили, значит, блин, даже два знака. Значит, привычка. Да. Спасибо. Счастливо. Друзья, закончили мы рейд. К сожалению, несколько рейдов, по крайней мере, от меня будут на странную камеру, потому что любимый Panasonic сломался. Если не жалко, внизу реквизиты, скиньте, пожалуйста, на технику, нужна камерка. Камерка сломалась. Ну, либо, может, у кого-то есть Panasonic 7 серии, с удовольствием приму в дар. А так, сегодня вот мы с Зеленым и с Григорием были на рейдике. Всем спасибо. Вот вы думаете, активисты под солнцем стояли, предупреждали водителей. А чем занимаются сотрудники? Просто болтают на заправке. На заправке не предупреждают нарушителей, не штрафуют нарушителей. Просто собрались и тусят. Общественные, не, на вас же нету ничего. Смотри, может официально или что вы видите? Снял форму, вышел предупреждать, видишь, видите как. Форму? Ну, школьную я снял форму. Школьную ты давно снял? Давно. Мужчина, куда же вы? Смотрите, какой знак. Постоянно по ютубу смотрю. Yes. Приветствую. Правильно сделаю? Ну да, даже видишь, по привычке все катаются как бы. Да. Ну еще многие не знают, что это. Да, 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 да. А мусора специально, он дежурит на этом самом, на заправке там и подтягивает. Удачи. Спасибо. Вот активисты стоят, предупреждают. А сотрудники ДПС прячутся на заправке. Начинают выезжать. Что, активисты, как вы? Какое мнение у вас про сотрудников? Бесполезно. Вот какое мнение. Никто не обеспечивает здесь безопасность, кроме нас. Никто... Хотя мы-то и полномочий на это особо не имеем, но пытаемся как можем. Никто, кроме нас. Пойду табличку принесу. У меня комментарий взять. Я считаю, ДПС Юзау не хотят работать, как и ДПС Северо-Запада. На парковку на тротуаре они вообще не проезжают. То есть, ну, чтобы кого-то сбили. Держи. А я пойду попрошу. Да. Вы нам помочь можете? Мы здесь вот помогаем вам, скажем так, людям говорим, что здесь будет второй движение. Мы последствии летят массово. Вот. Ну, это как бы ваша работа, не наша. Для конца разные. Для конца еще.
поэтому людям даже не нужно. Не, ну понятно, поэтому я говорю, что здесь просто не обеспечена безопасность. То, что там нарушают решение прав, это полный. Когда едем, видим, но люди это так. Ну с нами хотя бы 5 минут, постойте. То, что нет, это понятно, просто здесь, да, не хватает знака движения по полосам, стрелок. Понятно, а когда этот вопрос сделать? Просто уже с 15 июля получается, уже месяц почти. Это же, значит, ЦОДД у нас, я же не знаю. Нет, ЦОДДшники сказали, что мы, говорит, знаки повесили, а разметка, говорит, это не наш вопрос. Разметка, они что сказали? Вот все друг другу как бы пинают, как бы. Ну да. А походу к вам клиент едет. Во, ловите. Вон. Предупредить хотя бы, да. Оп. Оп, а тут встречку. Оп. Расхождение интересов называется. Одни туда, вторые сюда, да. Руками разводишь. На встречке разводишь руками. Все равно едет. Все написано. Два знака пропустили. Не написано. А вот он едет. Мадаму, да. Это можно. Мадаму. Все, ладно, счастливо. Хотя бы так.